Сегодня мы в гостях у Евдокии Николаевны Гороховой, бывшего председателя Президиума Верховного Совета Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. Евдокия Николаевна, вы женщина удивительной судьбы. Родились вы на самом краю Северного Ледовитого океана, в семье охотника. И поэтому мы с вами сегодня будем говорить о вашем суровом Северном крае и о его людях. Мое детство прошло на самом крайнем севере, у берегов Ледовитого океана. Стояла наша изба, где я родилась. Ныне на этом месте находится всемирно известное Мамонтовое кладбище. Мне, как истинно северному человеку, всегда, где бы я ни находилась, для меня родина была самой дорогой и близкой. И все время меня туда тянуло. И вот не просто, вот после того, как я на пенсию вышла, все свободное время я провожу в тундре с людьми, которые родились там, занимаются, как я уже сказала, и охотой, и рыболовством. Я вместе с ними занимаюсь всеми этими очень привычными мне делами. Детские годы ваши пришлись на 30-е годы. Но мы знаем, что детская память, она очень цепкая, все запоминает. Мое более-менее такое сознательное детство началось с 30-х годов. Как раз вот в 31-м году наш Аллайхузский район приобрело самостоятельность. И эти годы я пошла учиться в школу. В этот период времени на севере произошли большие социальные, хозяйственные преобразования. Это первое товарищество, первые колхозы, открытие первой школы в районе, медицинское обслуживание. И действительно, на моих глазах район вырос, развивался. На севере большое значение имеет для развития экономики Северный морской путь. Как раз в эти годы на севере перешли первые пароходы с народно-хозяйственными товарами. Это было такое событие в жизни народа. И по существу надо сказать, что северный народ был, вышел из нужд, в смысле обеспечения товарами народного потребления, самыми элементарными продуктами того времени. Ведь до этого народ не знал, что такое мука, сахар, чай. С таким трудом все это доставалось на север. Евдокия Николаевна, вы более 30 лет работали на ответственных должностях, были председателем Верховного Совета Якутской Республики. Вот с высоты прожитых лет, скажите, пожалуйста, считаете ли вы себя счастливой? Конечно, каждый человек чего-то достигает своим трудом, своим стремлением, своей, служением своему родному народу. Ну, мне тоже пришлось пройти такой путь. Во всем этом мне помогло то, что я рано пошла учиться, потом позднее время тоже окончила высшее учебное заведение. И народ мне доверял и на партийной работе, и вот когда я работала председателем Президиума Верховного Совета, тоже чувствовала поддержку общественности.
людей, труда. Пришлось мне очень много ездить по республике, встречаться с людьми. И развитие республики произошло, происходило на ваших глазах. Да. И с вашим участием. Ну, можно и так, конечно. Может быть, в этом и состоит судьба моя и счастье.